Всем привет! Сейчас я сделаю для вас обзорчик нового гигантского LOL Surprise Remix Super Surprise. Посмотрим все аксессуарчики куколок. Увидим, в какую сцену превращается эта гигантская коробка. А также послушаем, как же звучат музыкальные инструменты куколок LOL Surprise OMG. Ну что, начнем? Как мы знаем, этот сюрприз состоит из 8 куколок, которые создают 2 рок-группы. Одна из них состоит из LOL OMG, а вторая из их младших сестренок – куколок LOL обычного размера. Коробка, в которой спрятаны куколки, напоминает кассетный музыкальный проигрыватель. Части его пронумерованы, и распаковывать этот сюрприз необходимо последовательно по номерам. Но и, как понятно из надписи, на коробке номерков будет 70. А вот и куколки LOL OMG, которые нас ждут. Это Фершес, Bad Girl, Fame Queen и Metal Chick. А также их маленькие сестрички, которые тоже идут в наборе. И это First, Go Go Queen, Metal Babe и Buddy. Кто чья сестра, легко догадаться, ведь они так похожи. Все сюрпризы упакованы в бумажную упаковочку и имеют разный цвет. Сюрпризы, которые упакованы в белую бумагу с красным леопардовым принтом, предназначены для First и Fershes. В розовой упаковке с белой паутинкой для Metal Babe и Metal Chick. Черная упаковка с белой паутинкой для Fame Queen и Go Go Queen. А вот сюрпризы в белой с зелеными полосками упаковочки для Buddy и Bad Girl. В первой ячейке спрятана обувь малышки Бади, а во второй – обувь Metal Babe. В третьей – гитара для нее. В четвертой ячейке – гитара First. В пятой – тарелки для Бади. А вот в шестой – клавишные. Такой синтезатор – Go Go Queen. У синтезатора есть ножки, и он отлично стоит на полу. В седьмой ячейке – сапожки First. А в восьмой – обувь Go Go Queen. В девятой ячейке находятся очки Bad Girl, которые выглядят как стекающий слайм. На них есть надпись Bad Girl. В десятой ячейке – очки Fame Queen. Они черные с серебристой молнией на правом глазу. В одиннадцатой ячейке – заколка в форме короны для Fershes. А в двенадцатой – прикольные очки Metal Chick. Тринадцатый и четырнадцатый сюрприз – это коробка в виде шкафчика, на котором написано Metal Chick и Bad Girl. И нетрудно догадаться, кто же будет внутри. Но открыть ее нужно будет 34 номером. 15 и 16 сюрприз – это такие же шкафчики, но уже с другими надписями. Fershes и Fame Queen. И этот сюрприз необходимо будет открыть 51-м. Внутри коробочка оформлена так же интересно, как и снаружи. Все выполнено в музыкальном стиле. Следующий 17 сюрприз – и это гитара с леопардовым принтом. В гитаре есть батарейки. И это значит, что мы услышим музыку. А звучит она вот так. 18-й сюрприз – это барабанная установка Bad Girl и черный пояс с наплечниками, который одевается поверх одежды и служит для того, чтобы закрепить эту установку. 19-м сюрпризе находятся капсулы разного цвета, которые необходимо открыть друг за другом. И это сюрпризы 20, 21, 22 и 23. И в них находятся куколки LOL обычного размера. В первом оранжевом спрятана First, во втором черном Go Go Queen, в третьем салатневом Buddy и в розовом Metal Babe. В эти капсулы можно в дальнейшем разместить этих милах, так как в них есть для этого подставочки. 24-й сюрприз – это обруч с розово-черным сердцем и паутинкой в форме банта для Metal Chick. В 25-й ячейке находится кепка для Fame Queen. Сама кепка имеет грани, как у алмаза. И на козырьке размещена сережка. А вот следующие сюрпризы с 26 по 33 спрятаны за стеной с кассетами. На каждой кассете есть очень интересные принты и надписи, которые соответствуют определенным куколкам OMG. 26-й сюрприз – это юбка Fame Queen. 27-й – это болеро для нее же. Болеро оформлено цилиндрическим бисером черно-серебристого цвета и смотрится очень красиво. 28-й сюрприз – для Bad Girl. И это черная юбка с салатневыми лентами, на которых есть надпись. Пояс юбки украшен цепочкой. 29-й сюрприз – это синяя куртка с золотым замком и золотыми шипованными наплечниками. И предназначена она для Fershes. В 30-й кассете находится фатиновая розовая юбочка в белый горошек и с рюшечкой по краю для Metal Chick. 31-й сюрприз – это стильная укороченная курточка, черно-серебристая, с пайетками и замком спереди и с очень красивой спинкой сзади. 32 – это черный пояс с золотыми цепочками.
А33 – это силиконовый зеленый жакет, украшенный золотистыми стразами на воротнике, и меховые гетры для Body Girl. Ну а теперь вернемся к коробочке, которую доставали ранее. Она под номером 34. Внутри она очень стильно оформлена. И в 35-м боксе прячется LOL OMG Metal Chic. У нее черно-розовые волосы, которые собраны в два хвоста и из них заплетены косички. У нее черные губы и розовые тенюшки на глазках. Одета она в боди тоже черно-белый и есть фатиновые рукавчики. Рукавчики оформлены так же, как и юбка, которую мы уже видели ранее. Еще у нее есть капроновые гетры с узором паутинки. Ну а в 36-м боксе нетрудно догадаться, что прячется Bad Girl. У куколки кожаное черное белье и колготки в сеточку. Макияж в зелено-черных оттенках, таких же, как и цвет волос. У нее полосатые бровки и губки, накрашенные помадой сливового цвета. Черная прямая челка и хвостик сбоку. Также на ручках у нее красивый маникюр и черные перчатки. В 37-й коробке сапожки Metal Chic. Они высокие до колена и на высоких каблуках с пряжками. Один из них розовый, а другой черный. В 33-й коробке укороченные ботильоны салатневого цвета. Они на высокой черной платформе, и у них есть черные шнурки и шипы на пяточке. И предназначены они для Bad Girl. 39-й сюрприз – это шортики малышки Бади. А вот 40-й сюрприз большой, так как в нем находится двойная гитара Metal Chic, и в ней также есть батарейки. Сорок первый сюрприз – это расческа черного цвета с логотипом LOL OMG. 42-й – это костюм, юбка и футболка черно-розового цвета для Metal Babe. 43-й – бутылочка для нее. А в 44-м находится чокер. 45-й – это корсет для Metal Chic. Сзади он на розовой шнуровке. 46-й – это браслеты для Metal Baby. 47-й – чокер Бади малышки. 48 – это розовая расческа и серебряная сережка. 49 – это золотой шипованный чокер Bad Girl. 50 – бутылочка Бади, на которой тоже есть стекающий зеленый слайм и золотая крышечка. Ну и пришла очередь коробочки 51, на которой написано Fersus и Fame Queen. Вот так выглядит раскрытая коробочка. Это такие гримерные наших красоток OMG. И вот она, Fersus, с необыкновенным макияжем и костюмом. У нее боди с леопардовым принтом, красно-розово-черном цвете. Оно одевается на одно плечо и полностью на левую ножку. А вот на правой черная сеточка, у нее золотая рука и красивые коричневые кучерявые волосы с золотыми прядками, а также шикарный макияж. На глазках золотые тени и леопардовый принт, и губки в цвет волос. В коробке 53 готовится к выступлению Fame Queen. У нее красивые черные ажурные колготы и топ, волосы гофрированные по плечи, белые с желтыми прядками и ровная челка, красивые голубые тени и синие с блестками. На правом глазу прорисована серебряная молния, а под левым глазом черная родинка. Губки темно-розового цвета, и на правой руке перчатка до локтя серебристого цвета. В 54-й коробочке спрятаны ботильоны Fersus и кожаные черные гетры со шнуровкой. 55-й сюрприз – это серебристый корсет с золотыми и черными элементами для Fame Queen, который выполнен и смотрится как металлический, а также высокие сапожки темно-синего цвета с очень высокой серебристой платформой и шипами сзади по платформе. 56-й сюрприз – это костюмчик Go Go Queen, а 57-й – это клавишные Fersus. 58-й – это золотые наплечники и чокер, внизу которого шипованное красное сердце. 59-й сюрпризик – леопардовый костюмчик Fersus. И 60-й – ее бутылочка. 61-й сюрпризик – это черные кожаные нарукавники с золотыми пряжками для Fersus. А 62-й – ее красная расческа и золотые серьги. 63-й сюрприз – это золотой шипованный чокер. А 64-й – браслетик Fersus. 65-й сюрприз – это серебристая расческа Fame Queen и серьги в форме кристалликов. 66-й сюрприз – очки Go Go Queen, а 67-й – это ее бутылочка. И вот она, рок-группа малышек LOL. Fersus, Metal Babe, Body и Go Go Queen. Ну а теперь рок-группа LOL OMG. Fersus, Fame Queen, Metal Chic и Bad Girl. На ножке у нее крепится салатовый чехольчик, в котором хранятся барабанные палочки. Эти куколки настолько крутые, что в них невозможно не влюбиться.
Я без ума от Fershes. А кто понравился вам? Напишите в комментариях. А также не забудьте подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые и интересные видосики. Всем пока-пока!